Ультразвуковое исследование беременной женщины. Опасен ли этот метод будущему человеку? Конечно, есть воздействие. Там есть тепловое воздействие, есть механическое воздействие. Ну, это как бы закон физики, физика ультразвука. Отделение диагностики Республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Компьютерная и магнитно-резонансная томография. Как проводятся эти важные исследования? В 1982 году появился следующий метод лучевой диагностики – это магнитно-резонансная томография. Царская птица – цесарка – самое полезное и диетическое мясо. Смотрите программу «Будем здоровы» с Альбиной Гарифуллиной в воскресенье в 11:30 и 17:30.